У стен храма в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина, известного своим уникальным хрустальным иконостасом, митрополита встретили хлебом с солью. Воспитанники местной воскресной школы подарили владыке праздничные стихи. «Примите наше поздравление в честь воздвижения креста и даруйте благословение во славу Господа Христа». Перед церемонией открытия хрустального поклонного креста состоялось архиерейское богослужение, посвященное празднику воздвижения честного и животворящего креста Господня. На торжество собралось очень много верующих дядьковцев. В этот воскресный день поклонный крест предстал во всем своем великолепии, украсив центральную улицу города. Уникальный в своем роде объект создали и установили на средства генерального инвестора масштабного проекта мебельного концерна «Катюша». Достойный вклад в это важное для всех христиан дело внесли депутат областной думы Михаил Иванов и руководитель крупной компании области Николай Тимошков. Работа дизайнеров и архитекторов, обсуждение деталей, согласование макета креста с представителями духовенства начались задолго до закладки его фундамента. Автор композиции – итальянский архитектор Джованни Занутель. Впервые в работе использовал хрусталь. Искренне скажу, с хрусталем не работал. Мы не просто итальянцы, мы венецианцы. Венеция известна обработкой стекла. Мы понимаем и в обработке хрусталя. Это наше дело. Этот поклонный крест – символ для всего сообщества города Дядьково. Он закладывает фундамент более широкого проекта, который будет осуществляться в ближайшие годы. Крест выдували частями из самого хрупкого материала хрусталя. В числе четырех мастеров Дядьковского хрустального завода был и Николай Мацулев. Пробовали мы разные формы, но потом пришли к одному мнению, что вот эти подойдут. Мы вначале блюдо делали из хрусталя, потом не понравилось. Поехали в старь, там дули из стекла, да, красного. Получилось очень хорошо. Спасибо нашим руководителям, что они дали нам такую ответственную работу. Но мы ее выполнили. К строительным работам у храма приступили 27 июля. Была расчищена территория, проведены все необходимые инженерные системы. По задумке архитектора, под крестом закреплен колокол, управляемый дистанционно. В темное время суток включается красивая подсветка. После богослужения митрополит Брянский и Севский Александр совершил чин освящения креста. Он также обратился ко всем жителям хрустального города Дядьково, напутствовал их вести себя достойно, стараться быть культурными людьми. Хрустальный крест будет напоминать всем нам о непобедимой и божественной силе животворящего креста Господня, хранителя всея вселенной, красоты церкви, царей державы, верных утверждения, ангелов славы и демонов язвы. И являться наглядным свидетельством веры Христовой, твердо укоренившейся на Дядьковской земле. В знак внимания к трудам во благо Русской Православной Церкви митрополит Александр вручил награду Брянской епархии, медаль святого преподобного благоверного князя Олега Брянского первой степени, гендиректору мебельного концерна «Катюша» Сергею Авдееву. Архиерейскими грамотами были награждены мастера Дядьковского хрустального завода, потрудившиеся над созданием креста. С открытием уникальной святыни жителей Дядьково поздравил заместитель губернатора Александр Коробко. В очередной раз возникает чувство гордости за тех людей, которые живут рядом с нами. Мастера, которые создают те произведения искусства, которыми гордится вся Россия. От имени губернатора Брянской области Александра Васильевича Богомаза я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто участвовал и участвует в реализации этого масштабного проекта. Установка поклонного креста – символическое начало для воплощения масштабного замысла создания туристического кластера «Хрустальный город». Идея проекта – не просто украсить Дядьково, сделать его современным туристическим центром, а еще грамотно соединить в себе важные нравственные цели – патриотизм, православные и исторические традиции, преемственность поколений. Недаром проект получил поддержку на федеральном уровне. Программа «Хрустальный город» она подразумевает строительство 27 объектов. Значит, что будет связано? Это и площади, это и гостиницы, это и большой торговый центр, значит, торгово-развлекательный, 4 кинозала, 3 ресторана. То есть, ну, все для, скажем так, для наших дядьковских и людей нашего района, да, и жителей, и кто еще приедет к нам. Вот. Плюс к этому привязывается старый Мальцовский парк.
да, тоже он входит в этот кластер. Три озера. То есть это целый комплекс, да, мероприятий, который будет сделан. Уже сегодня построены теннисные корты. На части территории хрустального завода возводятся новые культурно-развлекательные объекты. И самое важное, сохранено сердце кластера – хрустальное производство. Новый завод реконструировали, оснастили новейшим оборудованием. Заводские фасады, построенные еще при Мальцовых, будут отреставрированы и вписаны в новый проект. Инвесторы надеются уложиться в намеченные сроки и реализовать все планы в течение ближайших трех лет. Александра Седачева, Евгений Седачев. События Дядькова.